Отлично, что все модели осталось. Это просто шикарно. Надо только теперь вспомнить, как играть. Так, ну чтобы звука не было. Как играть, как играть, как играть? А вот стрелять и на крестовину перепутать уже все. Я вспомнила. Тут все просто. Uncharted. Графон какой-то. Нет, ты не починили. Ой, что-то лежало. Мне показалось. У меня тут самое главное, это все собрать. Абсолютно все. Может, я хочу думать? Дима, привет! Да какой новый? Это старый Tomb Raider. Я просто решила пройти предыдущую часть перед тем, как выйдет новый. Дим, привет! Да, и представляешь, у меня новый Xbox. Совершенно новый. Мне его поменяли. Ой, здесь же кнопка X, это в другом месте. Да, рано я решила, что хуже уже быть не может. Кирилл, кого привет. Я там, в монастыре? Тигер, они привет. Были одеты, как штормовые стражи, и издавали звуки, нечеловеческие звуки. Черт, ты только послушай себя, Лара. Говоришь, как отец. Похоже, нет, конечно. Какой-то затерянной цивилизации. Я не купила новый, как просто там мне его поменяли на новый. Итак, даже не стали известно, ничего что они убили тех людей. Не проверять. Я не сомневаюсь, без колебаний убили бы и меня. Поменяли на новый. Но сейчас не время об этом думать. Сэмми в беде, и я должна ее спасти. Лара, харе. Она надеется на меня. Так, я должна что-то прокачать. Это прокачано. Так, что у меня всего 208. Привет, ласточка, что у вас в Питере? Так тепло. Это не... Это фото, оно сделано где-то неделю назад. Сейчас уже не так тепло. Эх, ребята, я пытаюсь вспомнить, как в нее играть. Тут вообще столько фишек появилось. Ну... Она же умеет вообще всякие разные штуки делать. Вот, например, вот. Вот я могу как-то попасть. Сейчас буду вспоминать, как. Я тут Скайримом балуюсь. Скайрим это, по-моему, вообще бесконечная игра. Ты балуешься уже давным-давно. До сих пор балуешься. Звук пропал? Как так-то? Бенчмарк. Привет. Как это звук пропал? Не может быть. Да, он пропал там. Я по гарантии, в смысле, сдала, и в смысле, мне ее сразу поменяли в течение недели. Я очень рада, что так произошло. Правда, пришлось самой вести его в сервисный центр, короче, в магазине. А
в котором я его купила, сказали, что типа Microsoft. У них такая политика, что типа сами все сдаете сервис. Но зато они очень быстро все чинят. Бабий Uncharted. Ну можно и так сказать. Ой, я теперь, кстати, совершенно. Я могу зажигать огонь. Я так недавно эту штуку прокачала. У меня трансляция глючит. Знаю, я только сегодня получила новый Xbox и настраивала его. Делала, чтобы все было как на старом. Там были проблемы тоже с трансляцией. Нужно было над, короче, открытый делать. Должно, не должно ничего глючить. У нас сначала был снег, потом куча слякоти. Кирилл, а ты где живешь конкретно? Потому что я не знаю, у меня вообще снег не пахнет. Все норм со звуком. Отлично. Отлично. Спасибо, ребятки, что зашли. Я скоро куплю новый. Телек, что ли, Кирилл? Новый что? Так, это я кружок, если нажимаю, то она перекатывается. Ага. Я, кстати, на самом трудном уровне. Кстати, проблемы со стрельбой вообще. Охренеть, какие проблемы со стрельбой. Yes. Голову. Пропил? Телефон? Да ладно. Если бы я хоть один телефон бы потеряла или пропила бы, я потом себе бы телефон дороже 500 рублей точно. Куда пойти? Туда или туда, где я сейчас? Ребят, наверное, там секрет все-таки. Сейчас я все-таки туда еще раз бегаю. Проверим. Я люблю все обыскивать, все. А какой у тебя был телефон? А, ну конечно, это секрет, оказывается. Так, эти можно поджечь. У меня потом, по-моему, огненные стрелочки. Для тех, кто не в теме, что вообще происходит. Что для них? Новая модификация. И никак не могу к управлению привыкнуть. Так, и теперь нужно вот эту штуку, кажется, сюда подтянуть. О, получилось. Теперь вот эту. Отлично. Вова, привет. Рад видеть. Я тоже тебя рада видеть. Ко мне, когда играю на Xbox, вообще обычно мало народу приходит.
такое, так что я всех очень рад видеть. Что делает Секси Лара в данный момент? Да она, в общем-то, во все моменты делает одно и то же. Спасает Сэмми. Тут вся... Тут вообще просто бесит вот это ее... Сэмми! Всю игру. Ее, короче, подруга сумасшедшая, которая приглянулась жителям этого острова, и они хотят... как сказать? Использовать ее в ритуале для возрождения императрицы Пимики. Кому-нибудь что-нибудь понятно? Вот. Ну, изначально их корабль потерпел крушение, все такое. В общем, очень захватывающий сюжет. Хай. Лихани. Хай. Привет, Вавандри. Как там? Лапендры, господи. Вы о чем? Выкинула сегодня из дома, пытался открыть пароль, на почту приходит сообщение, считай, пропали все мои рисунки. Боже. Я с этим не сталкиваюсь. Я вообще боюсь просто этих компьютеров, потому что у меня с ними очень большие проблемы все время с компьютерами, и уже не раз пропадали и мои рисунки, и мои фотографии, и мои вообще все, что мне на компьютере. Я просто, если какая-то информация есть, я стараюсь все это скидывать куда-нибудь на жесткий диск, чтобы не было очень печально, поэтому я тебе в этом деле точно не помогу. Сэмми, свою подругу, и она раз 50, если не больше, за всю игру выговорит: Сэмми, Сэмми, Сэмми! Она постоянно говорит это имя, такое только. Я уже знаю, что нужно. И тем самым бесит. Так что мы спасаемся. Что за Таня? Я тоже не в курсе. Сегодня с утра занимался съемками нового обзора. Уже заливается. Вот чем ты сегодня занимался. Обзор на что? На МГС? На что еще может быть у тебя? О боже, пронесло. Ты здесь? Я здесь, Сэмми. Костюмчики есть, да. Что им нужно, Лара? Когда я дойду до костра, я ее переодену. Послушай, я иду за тобой. Я вытащу тебя оттуда. Типа того, Дим. Пожалуйста, помоги мне, Лара. Обещаю. Обещаю, Сэмми. Я обещаю, Сэмми. Обещаю, Сэмми. Обещаю. О, нет! Сэмми! Сэмми! О, нет. Отдайте от нее, ублюдки! Отдайте! Они же такой фуй вообще. Я надеюсь, что следующий там райдер будет посерьезнее. Сейчас я чайку попью чуть-чуть. Секунду. Так. На трилогию Анча. О, это прикольно. Привет, Бобу. Бобу. Такой интересный ник у тебя. Видео лагает, жалко. Надеюсь, что не у всех оно лагает. С Xbox может быть или очень хорошее качество стрима и ничего не лагает, или лагает. К сожалению. Или так, или так. Hello, son of soul. Hello. Сон. Типа краб упал. Так, мне нужно обязательно найти. О! Смотрите, какой самолетище.
Мне надо обязательно находить все секреты. Все секреты. Я просто ищу секреты. Я не хочу ничего пропустить. Вот, например. Yes. Тайничок. Патроны. О, патроны уже можно взять. Каким образом у меня аккаунт к одной почте привязан? Министр, я не знаю, что тебе делать. Если бы я хоть немножко шарила в компьютере, я бы тебе обязательно рассказала. Но я не шарю. Вообще. То есть вообще не шарю. Ладно. Я думаю, что... я пришла. Извините, что я бегаю кругами. Отсюда я пришла. Так, отсюда. Нет, отсюда я пришла. Значит, мне, наверное, отсюда все-таки. Опа! Ну, прыгает она далеко. Это мне нравится. English. Anyone. My English so bad. Sorry. Котяра пришла. Бобу, сегодня был у тебя на стриме. Классно. Количество Сэмми зашкаливает. Да, я даже... думаю, что, наверное, раз 100 она говорит это ужасное имя. И она все равно не вызывает у меня просто ни капли сочувствия. Ну, не то чтобы я очень люблю эту игру, но чисто за геймплей. То есть сюжет... вообще, а просто вообще, вообще. А-а-а! Я забыла, где X. Не дай, не дай ему выйти, брат! Оно на лицо! Черт, здесь нужна затычка. Да-да! На, на. Что это? На! На! Не попадаю! Умри, зараза! Нет, пожалуйста, нет! Ребят, я играю, если что, на трудном. Стопочка, привет! Спасибо большое! Тебе приятного просмотра. Раз уж на то пошло. Еще один обломок? Работайте, я выясню. Сарусу писал про почту, понятно. Я сюжет этой ларки знаю. Здесь ничего! Чёртовы руины. Все кругом рушится. Стопка. Так, ладно. Может, дружишку сразу? Что за звук? Нужна помощь! Уж ты убери свою бомбу нахрен! Отлично, отлично, я их порешала. Спасибо за оценку, Ника. Пожалуйста, а мы с тобой знакомы? Откуда ты меня знаешь, Бобу? Будем знакомы. В любом случае. Ух ты, я могу собрать дробовик или я что-то не понимаю. Как меня раздражает эта гарнитура у меня на голове. Кто бы знал. Как хорошо вот на Соньке стримить все-таки. Ничего у тебя на голове, тебе не мешает. Я обязательно куплю себе, короче, переходник и буду обычную голимую гарнитуру с ужасным звуком. Буду в нее говорить. Самое главное, чтобы было удобно. Удобство это самое главное. То есть пускай будет звук не очень. То есть здесь-то звук вообще шикарный. Вот звук будет не очень. Вот. Но зато будет удобно. Ну это же бокс, а не PS4. Это было? Мне нужна помощь! Ясно. Люська живая. А-а-а! Кажется, вы не совсем живая. Ёшкин кот. Быстро меня замочили опять. О, сохранилось. Слушайте, мне кажется, что вот эту штуку замечательно можно просто взорвать. Да. Я мог...
могла такой эпик сделать? Зачем я их по одному убивала? Как всегда. Эпик. Что она капец какая трудная. Еще, кстати, я не помню, как перекат делать. Не, перекат вспомнила. А как бы сейчас? Да ты охреневший, что ли? Ай, ай! Да уйди! Все патроны на него пускают. Достижение дали. Не знаю, какое, не могу прочитать. Я не могу попасть! Что за дела? Я вообще не могу попасть. Данила, hello, hello, Данила, hello. Yes! Так, кто-то в меня мог. Все, трындец. Мне 2 достижения дали. 23 человека смотрит, так уж мало. Да, ребята, спасибо, что смотрите. У меня такой напряженный момент. Кстати, может быть, они меня еще не видят? Как прицел переключить? О, можно прицел переключить. Я буду стараться лучше стрелять, я обещаю. Головешки. Они меня так испугались вообще. Так, где мой автомат? Гранатку получить. О. Слушайте, у меня еще один. Какому побу Люся обращается? Не знаю. Какому у него, короче, ник такой. 6 побу. Просто капец. Так нельзя вообще мочить. Черт. О, судя по музыке, все. Ура, я прошла этот адский момент. Вова скинул ссылку на твой стрим. Спасибо, Вов. Я давно не видела. Я вот почему-то очень хочу пройти эту игру на 100%. Такая игра, знаете, прям вот собирательная. Здесь вообще именно собирать вот эти все предметы очень интересно и вообще очень затягивает. Ну и вообще ачивки делать. Хочется поковыряться. Можно на верте лезть. Да, мистерик, давно тебя не видно. Чё перестал заходить-то? Вообще офигел. Дима, это круто. Потому что бедная девочка тут всех выносит. Это круто. Не очень реалистично, но круто. Хотя, по-моему, они здесь с этим переборщили. То есть, чтобы Лара Крофт прям вот умела обращаться абсолютно с любым оружием так быстро. Ну, я вообще думала, что это будет какая-то выживалка, то есть что ты, ну, она такая бедная, она попала в такую адскую ситуацию, то есть вначале просто ее какие-то маньяки тут поймали, скрутили. Я думала, все, будем выживать, выгребать, охотиться, там ей там не будет хватать еды, то есть вообще вот что-то совершенно другое. В итоге вообще у нас другая картина. Как спуститься? Не пойму.
итоге у нас картина тут такая, то что все боятся уже Ларку. Я спустилась через одно место. Ну и чё, зря вообще залезала. Считайте, патроны мне не надо. Хотя не вроде нет. Так, ой, я могу эту штуку сломать. Поехали. Лю, играла в Until Dawn. Мистерик, играла, прошла Until Dawn один раз. Ну, она такая, одноразовая, скажем. Правда, вот Вова, например, выбивал платину. Для этого пришлось пройти игру 4 раза. Но игра его задолбала, как он говорил. Вот, а я один раз прошла, довольна, но хочется продолжения, и уже вроде как даже говорят, что будет Until Dawn 2. В обход никак. Я этому только рада, потому что я люблю такой жанр. Уважение тебе за то, что на харде всегда играешь, в отличие от остальных. О, Квака, спасибо, что заметил. Не, ну, на харде играть просто интереснее. Я вообще вот не понимаю вот этот уровень сложности, если бы я сейчас играла на нормале, ну, я бы тогда не чувствовала бы вообще, что я там, что мне трудно. Должно же быть трудно. Вот так прошел игру, вот так просто продираешься. О, нет! Ёбаный... Оп! О, это ужасно было. А, застых? Да что такое? Квака, чё? Это чё такое? Слушайте, подождите, надо понять. Что за фигня? Да блин, меня 4 раза подряд в шею воткнули. Слушайте, походу мне надо... Так. Чё за хрень? Я тоже взял Xbox One. Это ты круто сделал. Вместе будем играть. Как хочешь. Если ты добавишься. Кстати, добавляйся ко мне, друзья. У меня всего 2 друга. Кто со мной? Если не помню, после каждого месяца по 25 человек добавляют. Вообще. Друзей у меня нет, так что давай. О, нет. Нет, нет, нет. Хорошо. Хорошо. Давай, дергай. Надо так по сюжету. Квака, я на среднем в Скайриме. Дико задолбал. Но если будет переиздание на PS5, возьму платину еще раз. Вова, ты вообще сумасшедший, конечно. С этими платинами, но самое главное, что ты ставишь себе цель, достигаешь. И я часто забиваю в итоге. Не могу. Я подписался, улыбку Люси, спасибо большое, Побу. Я тебя запомнила. Буду рада тебя видеть. Я еще на Соньке играю.
Кларочка, у меня ранен. Я должна посмотреть. Вдруг здесь есть сокровище. Как говорится, сокровища никогда не помешают. Нет, сокровищ нет. Да как все киноигры, но сюжет неплох, я ждал меньше. После того, как Лариса Крофтон отдохнула в джунглях, к ней намертво прикрепилась каликуха богомол, потому что с мужчинами как-то длительные отношения не задавались. Да, это такая, знаете, игра вообще просто чисто женская, где ты мочишь мужиков, получаешь от этого вообще кайф. Я смотрю по SNID, всех стримишь, они все не геймеры, без достижений. А я тоже, кстати, так делала. Ну вот, кто-нибудь стримит, я такая думаю, сидит такой, например, проигрывает, что-то говорит, я такой думаю, ага. Раз, захожу в профиль посмотреть, короче, и вижу, что действительно человек, ну, играет, например, только там в GTA Online, и все. Ну, получать достижения, это тоже, знаешь, не особое достижение. Они иногда просто сами выпадают. На борту должна быть аптечка. Вот, платина, это вообще сложно. Илья, привет! У тебя аж 13 уже. У меня 13 платин уже. Я что-то на 10-й как-то перестала считать свои платины. А, 13 уровень. То есть ты первый раз играешь в Ларку? Поверить не могу. Вова, я играла в Ларку на Xbox 360. И не первый раз. Просто, если честно, я ее... Ну, я так... Припоминаю, конечно. И вот эту локацию хорошо помню. И вообще, все, что здесь происходит. И мы, по-моему, с тобой даже обсуждали Лару Крофт. Чего ты? Черт. Она умирает. Больно. А что мне делать-то? Что же делать? Надо ее поскорее вылечить, что ли. Ладно. Запах. Ее же в 13-м году в плюсе раздавали. Ну. Да, ее раздавали. Я играла в него. Играла. Я не знаю, о чем вы. Не знаю! Врёшка, я знаю, вы бежали вместе! Данила Тишов, будет звучать грубо, но эта девушка с остальными яйками. Вспомни начало игры, когда и в почку или куда-то вбегаешь. Слушай, Данила, вообще, я не знаю, почему вот этот момент как-то замялся, ей металлическая труба воткнулась, и как бы мы дальше вот до сих пор ей играем, я не знаю как-то. Я тоже его звал Побу, а как его еще звать? Гробу? Добавил, раздумываю над голдом. У меня есть голд. Мне, короче, прикиньте, Xbox же поменяли, и месяц Xbox Live в подарок. Прикольно. Так, я не пойму, он часть тела или волос? Он? Часть тела или волос? Кто он? По-моему, мужики как раз... повеселились в этой игре от души. Стоит только посмотреть, с каким смаком они ее тут убивают. Да вообще, какого фига они вообще ее убивают? Убивают раз, убивают два. Сколько можно? Фу, какая гидкость. Кстати, мне почему-то этот момент казался, как будто бы я в канализации, и еще она вся в крови. Я про Ларку. Я поняла, что не про мои металлические яйца, как ты сказал. Я не понимаю, почему отец просто спит. Да, Фростик отключился, был хороший мальчик. Они пытались ее спасти. Пусть не хуже Ларки. О, спасибо. На помощь!
Кажись, я зря это сделала. Слушайте, я не могу оружие здесь переключить. Неудобно. Да, еще какая пушка со стрелами. Отлично. Да иди нахрен отсюда! Стреляют в него. Да и сил, потому что. Вот и стреляют. Так. Вот тут жопа надирательный момент. Жопа надирательный момент. Попробую пройти ее с первого раза, правда, я вообще далеко не уверен, что. Я сначала буду лук тратить. Потом все остальное. Высовывай свою кочерышку. Это я про голову. Да высовывай! Отлично. Вообще зашибись. Еще будут добровольцы? Вот и не буди этого тайского засранца. Дима, я не буду, потому что ты сам знаешь, что начнется. Лучше я оставлю его в покое. Ты ведь знаешь мою память, Люсь. Да, Вова, я не удивляюсь. Ты понимаешь, моя память, она позволяет мне проходить игру, которую я... Вот я Лару Крофт, наверное, пару раз проходила, я тоже пыталась сделать ее на 100%, потом подумала, нахрен это надо делать на Xbox. Ну вот. О! Что творится? Ой, себя отстрелила. Вот, и сейчас я про... Кошмар, меня на улице тут орёт. Умри! Какая она? Ксаркан, Люся, он не побу, он бровь. Бровь? Да ладно. А я его побу называю, вообще совершенно по-другому. То есть у меня вообще один друг на Xbox One. Печаль. Да ладно, ну у меня два друга. Абсолютно такая же, считай, ситуация. Ну ладно, у меня же только появился Xbox One. Как больно. А, я поняла, она не может карабкаться, ей становится сразу плохо, ее надо вылечить. Волосы все такие же блестящие, шелковистые, я провар. Ну да, конечно, мне-то не надо комплименты делать, давайте ларки. А я все как обычно. Я все та же. Так, смотрите, здесь какой-то прикол. Ладно, я потом сюда вернусь. Надо ларку лечить. Значит. Срочно в порядке. Как ее вылечить-то? Когда она очухается? Эл, опять теперь будем ждать. Да, мистерик, ты не представляешь, как я боялась, что я не поиграю в Halo 5. Сейчас, погодите, ребят. Чайку попью. Я так переживала.
Привет, Люси, я думал, ты уже играешь в новую Ларочку. Я бы с удовольствием, но она вообще-то еще не вышла. И несмотря на то, что когда она ходит, ее шатает, но это не мешает ей сейчас целиться, как снайпер 99-го левела. Есть такое. Он ведь сейчас высунет кочерыжку, и что ты, вернее, она будет с этим делать? Да, Данил, вообще по барабану. 4 стрелы в брюхо. Он такой вообще не заметил, что сейчас произошло. Большинство нейробиологов, как правило, оценивают человеческий потенциал где-то между 10 терабайтами и 100 терабайтами. Хотя полный спектр предположений варьирует от 1 до 2,5. При этом один... Фу, что я сейчас прочитала? Спасибо, Данила. I wish spoke Russian lol. Black people, hello. I don't speak English, sorry. Фрусточенько. Ты чего? Удумал. Спасибо. Извините, ребят, что я тут это, наверное, чавкаю, да? Что-то я запилась. Я извиняюсь, если это было не очень приятно. Просто да, я захотела. Опачки! Смотрите-ка, ко мне близко начинают подходить. Ну какие же мы лошары, одновременно перезаряжаем. Что-то не он, ни я не воспользовалась моментом. Почему же у меня все время так мало патронов для автомата? То есть буквально одного петушка завалить и все. Ой, Ларочка, держись. You must live. Опс. I kill you. Headshot. Прикиньте, кажется, во мне проснулся америкос. Так. Данила, это чай. Black people... So what... Prevents... 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 Я тоже на стримах уже жру в наглую. Вова, ну я-то не в наглую, ну... Ты в наглую, а я-то нет. Хотя ладно, это одно и то же. Слушайте, теперь-то что делать? Я застопорилась немножко. А, поняла. Если стрелы есть, то я просто делаю вот так. Ой, хрень развалила. На это у нее сил хватило. Очень было интересно посмотреть, только мало. Что посмотреть? Я вроде еще стримлю. То есть ты сегодня другая симпатяга, приятного аппетита. Руслан, спасибо большое за комплимент. Ой, микрофон, микрофон. Видите, я постоянно волосы поправляю, а забываю про микрофон. Пошалте. Что там Блэк пишет, еще не понимаю. Прости. Опа. Аптечка. Должна быть. Кого что, Данила? Да, у кого аппетит, у кого опетит. У кого опит вообще? То есть ты хоть кушаешь красиво, а некоторые стримеры жрут как свиньи.
Не, ну вот при всех-то я уж более-менее стараюсь. Есть. Что она сейчас сделала и зачем? А у нее стрела, что ли, из нее торчала? Бедняжка. Чучулька бедненькая ранена. Я изучаю карты для Гвинта. Настоящие карты для Гвинта? Или в игре? I don't know. Кстати, дополнение к Ведьмаку класс. Да я была уверена, что оно класс. Да, я знаю, что оно класс. С удовольствием буду его проходить, только попозже. Ну вот, через полгода я сразу... Polish? Мэти, Russian. Вау, огненные стрелы. Вот, через полгода я сразу, наверное, два дополнения. Рот, ты меня слышишь? Рот! Руслан, не преувеличивай. Лара, как ты? В порядке. Все, не буду. Судя по голосу, нет. Я в порядке, Рот. Где ты, девочка? Среди каких-то развалюх возле укрепленного дворца. Я все еще спускаюсь. Как ты так быстро добралась? Долго рассказывать. Отсюда я вижу город. Она уже в порядке, да? Ты возле тех больших ворот? Стрелу. Подхожу к ним. Это девчонка! Проклятие! Вот там! А! Так, что творится? Подождите, подождите. Не так быстро. Ну чё, я вообще не успела сохранить. Да уйди с прохода. Ну вообще. Среди авторов игры определенно были садомазы. А, в вау! А взрыв это какой? Ой! Кстати, вот это же классный момент. Очень трудно, очень трудно. Они еще сейчас ко мне будут бежать. Нет, только не ко мне, пожалуйста, прошу. Да, блин! Чё, я серьёзно, что ли? Ну чё, ёбка? Ну! Меня выкуривают. Вас потокнулся. Ох. Задница горячая стрела, не хочешь? У меня что, бесконечность? Это кто? Так, я решила ружье достать. Сейчас я сделаю паузу и прочитаю, что я написала.
Да блин! Нет. Вот будь здоров. О, нет. Сейчас прочитаю, ребяточки. Так. Пулю достать или что? Так, 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 так. Труба прижгла рану от кровопотери. Ага. Люсь, мне ключ на бету Dark Souls 3 прислали. 16 числа заценю. 16 октября, что ли? Да ладно. Партизан Вова, привет. Кто это у нас партизан Вова? Там на полу была зажигалка. Угу, я поняла. Лицо в крови, а волосы блестят. Ты видел? Короче, вторую часть, там кусочек показали. Тоже капец там. У нее волосы вообще слишком живые и чистые. И да, вокруг какой-то апокалипсис творится. Я очень рада графону. Угу. Я бы сказала на русском народном, не хочу. Было приятно побывать на стриме. Убёк, удачи, Люси. Пока, Побу, пока. Приходи еще. I saw you tell Digger I can read it, but not speak it low. Отлично. Я ничего не поняла. Точнее, я не хочу понимать. Пока, Руслан. 16 по 17 по 3 часа. Офигеть. Здорово, Nike Fire. Привет. Рада тебя видеть на своем боксовском стримчике. Очень рада. Кошка, вот тебя только не хватало. Кошечка моя, кошечка. Ты чего? Ты чего? В гости пришел? Кошечка. Облизнуть, куснуть тебе надо обязательно. Хватит меня облизывать. Коша. Что такое? Нет. Ой. Вот ведь жили 40 здоровых мужиков, ели, пили, убивали других мужиков. А тут девчонка с вечно блестящими волосами. Бедные мужики, вообще не повезло, а? Так, а Фростика, часть третья. Да, кошка сначала приезжать. Я не позволю ему убить еще раз. Не позволю. Нет, пожалуйста, нет. Жалко. Фростик пошел вот так и стриму хана. Не-не-не, стриму не хана, я не буду. Сейчас до него. Ларочка, блин, блин. Thank you.
сдохни! Чёрт! Да сколько я могу промахиваться-то в секунду? 500 раз. Бочку просто так забрал. Точно, будут подходить, я буду их игривать. Так. Советую в мультиплеер не играть. Потому что я очень плохо играю, или потому что вот мультиплеер отстой. Я вообще-то включала мультиплеер. Ну, полный отстой, короче, оказался. А, так, это непонятно. Прохожу ходячие мертвецы на PS3, и тут надо быстро принять решение. Начинаю читать варианты, и тут кот прыгает. На ноги начинают нюхать. Вообще в самый неподходящий момент. Специально мешают. Ганят, понимаешь? Сущность. Ветер мешает. Такса. Да, и начинает нюхать лор. Вообще, я не знаю, как. Так, почему это случилось? Твоего кота. Отлично. Кстати, ходячих мертвецов кто в первую серию видел? Какая-то странная серия, я вообще не очень понимаю. Зачем они вообще ее сняли? Вот, отличный раз. Пару хедшотов, кошка, заткнись, пожалуйста. Ты помешаешь, я тебя урою кота. Лежать. Лежать, не подходить ко мне. Ёшкин кот! Я помню этот момент, он очень жесткий. Остался, вон он. Yes! Отлично. Просто всех замутило. О! Так. Отлично. Квака, ты написал nice, а я только всех замутила. Как ты так рано написал? Или ты про что-то другое? Ура! Я прошла адовый момент.
Very nice. Блин, эти волосы мне только мешают. Не видел, но слышу, говорили, что ночь. Я еще второй сезон смотрю. Второй сезон? Вот на нем и лучше я остановиться. Ну ладно, можно еще третий посмотреть. Но дальше лучше вообще не смотреть. Так, навык один. Что с навыком сделать? Сборка Стивенс. Так, успели в сезоне то, что получать при этом запчасти для оружия. Пусть будет. Не помешает, как говорится. Дальше. Снаряжение. Дробовик. Качаем дробовичок. Чок. Я даже не прочитала, что это. Кожух ствола повышает точность. Это мне надо. Фростик пошел гадить. Фига ты такой эксперт в котах. Но он не сможет нагадить, потому что он находится со мной в одной комнате сейчас. Ой, я же хотела костюм поменять. Так, давайте голосуем, какой костюм. Какой костюмчик будет? Так, стоп. Как мне костюм поменять? Как мне его поменять-то? А вот костюмы. Так, какой костюм? Значит, альпинистка. Нет. Стандартная серо-синяя майка Лары. Охотник, летчица, партизанка, альпинистка, подрывник и верный выстрел. Сейчас стоит альпинистка. Голосование пошло. Пара хедшотов и мяу. Кошка, заткнись, не мешай. Да. Нет, ну кошка просто, он и пня может получить, если будет мешаться в такой момент. Мне твои волосы совсем не мешают. Максимально открытый. Так а какой из них открытый? Тут, видишь, даже внешне на них не посмотреть. Смотрел стрим Dragon Hero, прикольный, типа самурай, Warriors, только мультяшный. Ага. Значит, у нас один голос, и он у нас за охотник. Ну, пускай будет охотник. Кто это? Что это? Ну, неплохой костюмчик. Смотрите, если убрать грязь, вот эту всю хрень, то у нее, значит, камуфляжные штаны и обтягивающая маечка, какая-то повязка на руке. В общем, нормально. Нормульненько. Эта локация, она, кстати, очень большая, и чтобы здесь вообще собрать как можно больше, это надо прям до хрена времени здесь покопаться. Ну, времени прям до хрена, я никуда не прохожу. Будем обыскивать. Ну так, без фанатизма. Ну, патроны неплохо. Правда, я вообще-то собиралась найти пару драгоценных сокровищ. Мне подсовывают патроны. Так, что мы спустились на нижний уровень, здесь какие-то детальки.
Вот оно. Нас тут портвы теперь документ? Уже больше сотни. Ну и дело идет, вон дворец древний расчищаем, стройку под горой замутили. Здесь самый от японцев грузоподъемники, да, какие-то остались. Мы их починили, они сейчас работают нормально, чё. Мать изгонит, типа, это все в честь императрицы Солнца. Там на всех убьют, теперь мародерничь. Ну, ясный пень, он просто тянет время. А вот эта суета вся эта, она для отвода глаз. Брать им мозг, чтобы запудрить. Обряд. Классно, вот этот чел так озвучил, но я сейчас не хочу все-таки его слушать. Типа такой в доску чувак. Ну, мы тут, типа, что-то, короче, типа, нашли что-то. И он такой говорит, да че вы, якорный, че вы? Я когда его первый раз слушала, тут так угорал. В общем, здесь полный бардак. Еще один актер. Я открыла себе ключ. Это не может не радовать. Хотя нет, здесь ничего интересного не оказалось. Я все равно буду все пути открывать, дабы запомнить, где я была, где нет. Стяжение! У традиционной мужской одежды не было карманов. Личные вещи носили в маленьких коробочках. Мой внутренний ребенок как бы не готовит. Да, диктор такой вообще. Похоже на конфету. Тут иногда вот так вот крутишь-крутишь, и джойстик начинает вибрировать. Но сейчас это не происходит, значит, тут нет никакого секрета. Вова проснулся. Так. Поехали далее. Я что помню про это место? Так это то, что здесь свиньи бегают. Очень много свиней. И их можно будет на них поохотиться и... В общем, это меня как-то прокачивает, насколько я помню. Так, я вроде как еще одни детали должна была взять, у меня прокачалось бы ружье. Не произошло чудо. Чудо не случилось почему-то. Ага, вот я вернулась назад. Я надеюсь, что в следующем Uncharted будет очень много разных сокровищ и загадок. Хочется вот именно, знаете, вот такого прям приключения побольше. Ну, даже, знаете, 50% приключения, да, и 50% стрельбы. Кошечка, кошечка моя. Что такое? Что? Что мы хорошенькие? Что ты подхалим такой? Его разбудил голос. Кто-нибудь в Divinity играл? О, я не играла. Что мы хорош? Ай, щекотно! Он меня укусил. Ну что за хулиган такой? Не надо! Да не надо так делать! Хулигашка какая-то. Свиньи из Dark Souls, конец. А, в сторе появилась предзаказ. Слушай, прикол. Подожди, а как мы в нее могли поиграть, если в ней. Если только предзаказ? Просто засыпал. Нет, я вообще такую игру первый раз слышу. И поэтому... Ну, и не ждала такую игру. Даже не знаю, что это может быть.
Какая-то загадочная игра, честно. Ага, отсюда я пришла изначально. Или нет? Может, нет? Может, нет? Да, может, это все. Ну что ты капризничаешь, мой хороший мальчик? Молоко? Lies. What do you mean? Молоко. А еще будет эпизод, когда Дрейк бежит по лесу, а на поляне стоит стол, и голос с неба говорит: уважаемые знатоки. Внимание, вопрос. Какие у тебя странные фантазии по поводу Uncharted. Так, у меня такое чувство, что здесь я уже побывала. И здесь, и здесь. Так, не наступать сюда. Типа пошаговая РПГ с кучей крафта. Да, Фростик начал вот это лизнет, куснет. Ну вот зачем это делать все? Вот сейчас он кусает меня за ногу. Ау! Что за дурак? Что ты делаешь вообще? Фростик мой хороший. Ну что это, что это, что это, что это происходит? Обнимашки. Ребята, это обнимашки. Не что иное, как обнимашечки. Хороший мальчик. Ну что, ты куда? Ты куда? Нет. Да блин. Больно. Смотрите, он на меня залез, а он меня еще и кусает. Что за новый кот? Все, успокаивайся. Давай, иди отсюда. Тут ты охренел вообще? Блин, это невозможно. Я не понимаю вообще, что происходит, но... Да я тебя грохну сейчас. Вау. Слышь ты, у меня сейчас опять получишь. Вот обормот. Я из-за него упал. Сейчас, ребят, погодите секунду. Этот козел меня хочет кусить. Иди сюда! Точнее, отсюда. Все, вали. Придурочный. О, это ужасное существо. Так, погнали дальше. Ага, смотрите, вот там вот можно как-то сжечь было. Там загадка, я помню. Да, там загадка. Ладно. Хрен пока на эту загадку. Вообще, я потом могу вернуться вообще совершенно в любое место и отыскать то, что вообще собрать, дособирать. Это очень удобно. Должно быть, это династия Юань. Может, это с пропавшего флота Кублахана? А нет, это подделка. Made in China. Да, кот у меня вообще. Ладно, закрыли тему про кота. Слишком плохой, чтобы его обсуждать.
Так, стрелы уже не влезают. Это что такое? Смотрите, столько места еще. Нифига себе. А надо вон туда попробовать. Да, здесь я не была однозначно. Вот в этом домике. Сокровища. Обычно инро делали из дерева и покрывали лаком, но тут латунь. Вероятно, 19 век. Пусть по гарантии поменяют. Нет, я свою кошечку никому не отдам. Внутри все насквозь пропахло табаком. Возможно, это был такой древний инро портсигар. Ребят, я так рада, что вы пришли ко мне на стрим по Ларе Крофт. Я думала, что эту игру уже вообще никто смотреть не будет. Я очень рада. Заходите почаще ко мне в гости. Завтра у меня, кстати, выходной, я буду стримить днем. Харе уже ночные стримы устраивать. Завтра будет днем стримчик. Ты ёшкин! Вау, вау, вау! Вместе с этим придурком я не смогу днем присутствовать. Ну, значит, не рано днем. Вот так посмотрим. Большинство людей все-таки, наверное, днем. Какие неправильные у тебя выходные. О, да, вот это ты, кстати, четко заметил. Выходные у меня вообще никакой. Вообще, я их сама себе выбираю. Так что, в общем, как выберу, так оно и будет. Могу субботу и воскресенье тоже брать периодически. Мы договариваемся, у кого когда какие выходные будут. Я чаще уступаю, то есть все равно говорю. Ребята, мне пофигу. Я понял. Ой, воскресенье. Вот так, что хотите. Я не буду возражать. Уже иду. Кому это он говорит? Или тут еще кто-то? Нет! О! Слушайте, как трудно, вообще не могу. Да блин! Вы чё? Алло?
Ведь может по Ведьмаку DLC? Диггер, да у меня его нету. Я его еще даже не покупала и пока не могу. В ближайшее время я его не могу купить. Ну, я, наверное, куплю его одновременно, когда выйдет уже второй DLC, я куплю и первый. Сейчас пока. Еще кто-то жив, по-моему. Но кто? И где? Может, где-то здесь? Слушайте, я как будто какой-то круг сделала. Я же здесь уже была. Да? Тупо круг. Ой! Нет! Как бы тебя обозвать, козел такой? Ну чуть всю малину не испортил. Слушайте, а кто еще там? Никого не вижу. Я вообще, по-моему, вон туда иду. Где огонь? Да, мне надо. Раз нас, значит, я туда и буду двигаться. А, если тут сейчас в процессе кто-то идет, то он об этом пожил. Ого, я кого-то слышу. Нет! Фига в охрене все. Say my name, please. На позиции! Стреляй! I kill you! Альберт! Меняй позицию! Точно! Моё. Альберт де Грут. Кому-то сейчас не подстроится. Надеюсь, что не мне. Хай! Lost Fire Lord. Hello, hello. I'm glad to see you. You're really pretty. Thank you. Reckless Rich. Thank you very much. Пятку. Пяточку, четко. Второй DLC к Ведьмаку выйдет в первой половине 2016 года, в мае. Долго ждал. Забаньте нытика, это кого? Конечка, привет! Йо! Чё ты я так перед ними встал? How old are you? It's a secret.
Не надо разбивать новый джойстик. А старый телевизор новым джойстиком можно разбить? Кстати, джойстик новый. Мне заменили только консоль. Сара осталась старой. Я подходи ко мне, убью. Я убью один из там. Так за лоб держит, туда комар все. Да что? Его мордер. Yes. Да что у тебя? This is hard. Guys, this is hard. Прикольно, говорю, да, this is. Хотя на самом деле this. Учиться мне по инглишу говорить или нет? Есть у меня хоть какие-то предпосылки? Отлично, просто хедшот. Ой, еще один жив. Даже двое. Не хочу умирать. Я так молод. Что это такое? Лечите, а не лечите. Так. Тщательно. Слушай, да сколько их там? Как ты нахуй с этим коктейлем молотом? Слушайте, я не думала, что их там реально столько. Бесконечные враги, что ли? How much? How much is the fish? Сколько вас? Отлично. Чё? Если они меня сейчас убьют, короче, это просто фейлище будет. Да вот, по-моему, четко в голову попало. Сейчас точно. Ну чё, всё? Yes! Я сделала это. О, очень много врагов. Я думала, штук 5 будет где-то. Так. Ха-ха-ха, телевизор может оказаться крепче. Сарус разбушевался. Ой, ребят, извините, что у меня такой был перерыв. Я не могла ни на что отвечать, но это было просто же. Я забыл, чего в этом гадюшнике Ларка забыла. Короче, они как бы исследователи, да? Ну, там, изучали там легенду насчет одной императрицы. И Лара Крофт предложила, значит, плыть там в определенном направлении. Другие участники экспедиции ей намекнули, что там корабли постоянно пропадают. То есть, что туда плыть
То есть она, можно сказать, виновата в том, что корабль разбился. Значит, корабль разбивается, то есть налетает такой шторм. Место, вот как Бермудский треугольник, постоянно портится погода и разбиваются корабли. Лара Крофт, когда очухивается, она остается совершенно одна. Потом она выгребает постепенно, находит рацию, связывается со своими людьми. Вот. В общем, они встречаются. И девчонка одна, которая с ними была, Сэмми. В общем, она пропадает. Ее похитили. Жители вот этого острова. Оказалось, что они хотят провести ритуал. В общем, это Сэмми, она какой-то как наследник императрицы Пимики. В общем, Лара Крофт, с одной стороны, была права, но она просто не думала, что здесь, в общем-то, их ждет смерть, на самом деле. Вот, и сейчас она пытается свою подругу спасти, чтобы ее не убили, чтобы этот ритуал не провели. А ритуал заключается в том, чтобы эта императрица как бы ожила. Я так это понимаю. Бешеное место, и они все никак не угомонятся. Все. Так. Привет, Люся, как дела? Наташ, привет! Слушай, отлично, дела. У меня был сломанный Xbox, находился в ремонте. Мне его поменяли вообще на новый. Гарантию продлили, и я вообще очень довольна, потому что я не хотела, чтобы мне починили Xbox вообще, когда какой-то товар после ремонта, вообще им не хочется пользоваться, я не хотела, чтобы его чинили. Вот, и мне всего лишь за неделю, считайте, сделали, ну, в смысле, вернули новый Xbox. Вот, ну и играю в игру, которая мне нравится. Завтра выходной, так что, Наташенька, у меня все отлично. Все хорошо. Так. Слушайте, видите, тут какие-то, походу, люди были, видите, они отсчитывали дни. Не знаю, почему, что, как произошло. Нам остается только догадываться, что здесь случилось. Так. Надо подумать, как мне попасть вон туда вообще-то. Да я тут бегаю по одним и тем же местам. Что за байда вообще? Я спрашиваю про конкретный гадюшник. Зачем нужно было убивать всех этих милых мужчин? Слушай, Дим, ну... Как бы... Это как самооборона, тебе так не кажется? Ладно, я понимаю, это не выглядит как самооборона, но это она самая. Это она и есть. На нее напали, поэтому она защищается. Оружие она у них отняла, так что нифига, она же не приперлась к ним с оружием. Знаешь, такая крутая, типа, сейчас все замочу. Была просто целая, было целое стадо вооруженных мужиков, и они просто вообще не могут справиться с какой-то маленькой девушкой. Я в шоке. Такая сказка на ночь, потому что правда это быть, конечно же, не может. Так, ну я вроде как нашла относительно новое место. Сейчас я здесь комнатки обыщу. Отлично, сокровища. Да. Все, круг сделала. Тут, к
кстати, очень удобное управление, чего я раньше не замечала. Я вообще эту игру как-то сразу забраковала, потому что я говорю, я от нее ждала немножко другого. Я ждала, что мы будем играть бедной несчастной девушкой, которая, ну вот, как было в старых Tomb Raider, когда один какой-то враг, да, он может, ну, доставить просто очень много хлопот. А здесь получается пачки врагов, и это уже у нас такой Дрейк в юбке, действительно. Всех выносит. Вот, и вообще, вот этот закос под Uncharted мне изначально не очень понравился. А сейчас уже я к этому отношусь по-другому. Сейчас я игру со второго раза или с третьего. Я ее разглядела, поняла окончательно, что она неплохая по сравнению с другими играми. Очень даже хорошая, даже клевая. Так. Статуэтка династии Мин. Привет, он на связь. Стад. То есть, если ты отбираешь у кого-то оружие и убиваешь хозяина, это называется самооборона? Да вообще-то да. Ну подумай сам, если ты пришел с этим оружием. Вообще, чье оружие, в общем-то, тот и виноват. Нет. Или ты хочешь сказать, что им это оружие нужно было, чтобы охотиться? Или для чего оно им нужно? Так, я заплутала что-то. Ага. Нет, я пришла. Я пришла верно. Сейчас я здесь еще немножко побегаю. Потому что в Лару Крофт я играю очень тщательно. Так, что это у нас за тотемы? Кстати говоря, здесь есть какие-то штучки, которые надо отстреливать. Надо хорошенько вспомнить. Какие-то то ли тряпки. И одну из них я уже видела, я думала, я сейчас